То, ну, у нас есть уже про Лула, как его связывать. У нас есть рассказ про Итрог, можно посмотреть. Теперь про Аравот, да? Аравот. Ивы. Значит, ивы, смотрите, интересно, мы сняли их с одного дерева. У одних есть желтенький стебелек, да, вот эти веточки, они желтенькие. А у других красненькие. По идее, должно быть канеадом. Один из симоним, один из признаков кошерной ивы – это канеадом. Красный. Желтенький, пожалуйста, вот еще, вот это желтенький. Видите, вообще нету, не видно красноты. А здесь видна краснота. Можно еще побольше, здесь, какая-то еще больше видна краснота. Да? Она краснее. Вот здесь вот тоже краснеющий. Получилось у вас поймать рыбаря? Окей. Значит, рав Даниэль Гинг, из сада которого я снял эту ораву сегодня, сказал так, что когда их пару дней не поливаешь, они становятся все красными. Так он говорит. Вот, они краснеют. Значит, какой должен быть? Листик должен быть вот такой вот прямой, да, прямой листик. Здесь вот пилочка, если сильные пилки, это не кошер, вот должна быть вот такая вот маленький-маленький, гладенький, чем глаже, тем лучше. Вытянутый, да, да, это называется арвей нахаль. Вытянутый листочек. Окей. Okay. Это кошерная арава, кошерная ива. Теперь так, что значит, если у нее вот это вот, есть все время ищут, чтобы был вот такой верхний листочек. Называется это лавлув. Зачем он нужен? В принципе, это не обязательно, чтобы здесь был именно листочком она заканчивалась. Но если у нее обломается веточка, тогда она не кошерная, да? Если веточка вот так вот вся обломается, не кошерная. Поэтому, если у этой веточки есть вот этот вот лула, лавлув, то есть такой тоненький листочек на кончике, да, это значит точно, что эта веточка не обломанная. Видите, вот мы ее сняли в 2.15, видите, она уже кмуша, немножечко такая несвеженькая, да, и такая кошерная, да, сейчас время 7.15, да, то есть 5 часов назад, видите, она лежит просто, у меня нету для нее пакетика, она лежит вне пакетика, поэтому она, пока мы тут готовим себе, делаем блоги, а за она, понимаете, да, но видите, здесь она лучше. И здесь даже с одного и того же дерева, и у нее нету вообще пилочек как бы на ветке. Да? Теперь так, почему у нас нужно взять две оровы, да? Три адаса, две оровы. И вот мы их сюда вставляем, в левую сторону, без седа. Да? Окей. Теперь что будет, если у нее слетают листья? Видите, вот слетели листья. Если большинство листьев слетело, не кошерно. Здесь вот нет, видите, листьев так не видно. Некоторых вот здесь нет. Хотя, может быть, они просто вот так вот на эту сторону. Предположим, у вас слетели листья, да? Вот здесь слетели листья. Если большинство листьев слетело, не кошерно, да? Теперь какая должна быть у нее длина? Она должна быть 24 сантиметра. От какого момента мы отмеряем? То есть вот этот лавлув как раз не считается. Вот лавлув здесь не считается. Вот конец веточки и до конца веточки. Должно быть 24 сантиметра минимум, да, 30 сантиметров максимум, это для того, чтобы она была идеально-идеально кошерная, да, 24 сантиметра, это паравхай много, но 30 сантиметров это по хазониш, да, теперь, амидот митхила шаше алина, окей, это мы сказали, беседа, 3 тефха, да. Вот, в принципе, это все законы аравы. Теперь так, у нас есть еще один момент, который мы должны сказать про араву, что берут 5 веточек аравы, и желательно крупные, на седьмой день, на седьмой день Суккота, да? Может быть, про это сделать отдельный блок? Ими потрясают точно так же, как лулавом, да? Окей, мы, может, отдельно сделаем про это поговорим. Беседа, спасибо.